Всем привет! Это Аудиомания и я Максим Наумов. В наших видео мы не раз демонстрировали системы, состоящие из двух компонентов – усилителя с функцией сетевого плеера и пары колонок. Это очень удобное и современное решение, которое к тому же может оказаться весьма доступным по цене. Ну а теперь пришло время узнать, что будет, если перестать экономить и постараться выжать максимум качества и возможностей из подобной конфигурации. И если вам понравится то, что вы увидите и услышите, напоминаю, эта система доступна в интернет-магазине Аудиомании прямо сейчас. Стереоусилитель Arkam SA30 имеет очень обманчивую внешность, ведь на самом деле перед нами усилитель, наполненный самыми современными функциями и технологиями. Он несет на борту цифроаналоговый преобразователь ES9038K2M с поддержкой MQA и имеет обширный набор цифровых входов. Два оптических, два коаксиальных, USB для подключения компьютера и HDMI с функцией ERC, позволяющие получать качественный аудиопоток с телевизора или цифрового источника. Кроме того, Arkam SA30 имеет встроенный сетевой плеер, управляемый с помощью фирменного приложения и поддерживающий большинство популярных онлайн-сервисов. Есть также поддержка сетевых протоколов Google Chromecast и AirPlay 2. Главной изюминкой цифровой части усилителя является технология калибровки Dirac Live, дающая возможность компенсировать недостатки акустики помещения и добиться максимально сбалансированного и качественного звука. Аналоговая часть усилителя не уступает цифровой в плане сложности и насыщенности технологиями. Помимо линейных несимметричных входов, предлагаются два входа фонокорректора MM и MC типа. А наличие выхода предварительного усилителя дает возможность подключить один или пару сабвуферов, либо внешний усилитель мощности. Впрочем, собственный усилитель мощности Arkam достоин наивысшей оценки по всем параметрам. Он выдает до 120 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, а применение схемотехники класса G с динамическим управлением питанием помогает с легкостью справляться со сложной нагрузкой и отрабатывать пики сигнала. Акустика ELAC VELA FS409 впечатляет не только роскошными корпусами с глянцевым лаковым покрытием, но и фирменными высокотехнологичными излучателями. За верхние частоты отвечает ленточный твиттер JET 5-го поколения. Сверхлегкая ленточная мембрана обеспечивает чистое и прозрачное воспроизведение верхних частот до отметки 50 кГц, что гарантирует способность акустики во всей полноте воспроизводить записи Hi-Res формата. Средние и низкие частоты воспроизводят динамики с диффузорами из бумажно-алюминиевого сэндвича с характерной кристаллической текстурой поверхности, увеличивающей жесткость конструкции. Изящный высокий корпус имеет заметный наклон, выравнивающий фазовые характеристики динамиков благодаря разнице в дистанции каждого из них до точки прослушивания. Кроме того, сочетание наклона и трапециевидного сечения корпуса обеспечивает эффективное гашение стоячих волн. Акустика имеет фазоинверторное оформление с портом, выведенным в нижнюю часть корпуса. Звучание системы в первую очередь впечатляет исключительной прозрачностью и сфокусированностью, в том числе на самых низких частотах. Компактный и скромный на вид усилитель Arkam SA30 справляется с крупными напольниками ELAC очень уверенно, не теряя контроль даже в самых сложных моментах. Степень детализации предельно высока и позволяет услышать малейшие нюансы записей. Тональный баланс системы стремится к нейтральному, благодаря чему она успешно справляется с самым разнообразным музыкальным материалом. Послушать, как звучит эта система, вы можете прямо сейчас в бинауральной записи. Подключайте свои наушники, и мы начинаем. Doctor.
or a structural engineer. Draft me a past and a future that consent to it here. Подведем итог. Система, представленная в этом видео, наглядно демонстрирует, насколько высокого качества звучания можно достичь даже в рамках минималистичного формата, состоящего всего из двух компонентов. При этом у пользователя есть немало возможностей для дальнейшего развития и апгрейда системы. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Дополнительную информацию о моделях и цены ищите в описании. А любые консультации по вопросу выбора Hi-Fi системы вы можете получить на сайте AudioMoney и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.